Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Дони, а также Димка. Мы находимся в GTA 5, и это шоу «Битва воров». Здорово, ребята. Итак, друзья, сегодня мы с Димкой прибыли в очень крутое место. И это у нас очень дорогой район мажоров прямо в GTA 5, друзья. А именно Беверли Хиллз. Именно здесь сегодня мы с Димкой постараемся как можно больше машин угнать за отведенное для нас время. Ну и, ребята, уже после угонов мы проведем парочку испытаний и посмотрим, кто же угнал тачки круче. Поэтому ставьте лайки, собираем 4000 лайков. Выходит новенькая серия по этому классненькому шоу, дорогие друзья. И, разумеется, не забывайте подписываться, верно. Потому что это очень важно. Ставьте колокольчики, чтобы не пропускать новенькие видосики по этому классненькому шоу. Итак, друзья, опять-таки, вкратце правила. Мы угоняем тачки, привозим сюда и проходим испытания. Поэтому, Диман, мы стартуем на счет 3. 1, 2, 3, гоу! Поехали! Let's go, друзья! Я просто что-то такое рассказываю, что такое там у тебя? Все нормально? Все хорошо? Воу, я тут кое-что первое сход, ребят, нахожу. И я, друзья, прямо сейчас нахожусь в очень дорогом районе. И здесь, скорее всего, реально можно угнать очень дорогие тачки. Я сходу угоняю AMG GT63S. Это просто акула, ребята. Очень крутая и очень дорогая тачка. О, ламба, прикиньте, какие здесь реально крутые дорогие тачки в этом, друзья, районе. Итак, это там реально ламба. Ого, ту самую Гая привел. Ничего себе, прикольно, да. Окей, друзья, пока мы с Димкой угоняем тачки. Слушай, дела просто отлично, ребята. Как у тебя, Димка, дела? Рассказывай. Я каску проверил только что. Каску? На своем персонаже. Все нормально? Меня байк раздавил. Ну, не раскололась вроде. Стекушка тоже. Меня дважды мой байк раздавил. Понимаю. Так, короче, я, ребята, пока забираю. Это золотая тачка. ГГТР золотой. Вот это мажики. Вот это мажики, друзья. Просто богатенькие. Я, конечно, понимаю. Тачки, что надо, что надо. Окей, я уже привез вторую тачку на базу, а у Димана там Гелендваген. Йоу, ребята, да, я у меня короче дорогущий. Я говорю, ребята, это очень дорогой район, поэтому здесь, скорее всего, реально очень дорогие тачки. Ну и, друзья, пока мы с Димкой ищем тачки в этом райончике, я хочу у вас кое-что спросить, друзья. Да-да-да, у меня есть для вас опрос по поводу того, на чьей стороне вы, друзья. На стороне Андроида или на стороне Айфона, друзья. В комментариях пишите ваше мнение, за какую сторону вы. Сторона Айфона или сторона Андроида. Димон, Xiaomi. А на какой стороне ты, Димон? К Xiaomi. Xiaomi это Android, значит, Димка на стороне Андроида получается. Ага, понимаю. А я нахожу третью тачку, ребята, и это очень дорогой Koenigsegg Agera RS, братан. Вот это я понимаю, офигеть, друзья. Тачка очень крутая, поэтому ставьте лайки, разумеется. Так, три тачки есть, а у Димки уже Диман и Бугатти привез уже. Диман еще и Астон Мартин привез. Ты че такой шустрый? Офигеть, друзья. Ну, ладненько. О, врываюсь на район и... Пацаны, вот тут, ладно, эта тачка, в принципе, она, ну, прикольная, новый Lexus LX600, друзья, но там еще кое-что стоит, кое-что просто сногсшибательное, и я это потом заберу. Я приеду, заберу. Не, а где, ты знаешь, где я был, ты же не знаешь, где я был, поэтому... на чуечку сработаю. На чуечку, да, что там привез, рассказываю, показываю, что такое, тоже Mercedes, а у меня, у тебя чит? Да. Это чит? Нет, меня не чит. Это чит же, да? Да, это по шильдику, это чит, ребята. Но чит. Ну, это чит, как бы, да, если что. Так, Димка... Да, фух, ты проехал мимо. Потому что тачка та самая стояла здесь. Отлично, фух, это, короче, реактивная, друзья, тачка из этого, как его, скажи мне, скажу тебе, я забыл. Ты что прыгаешь, эо, что прыгаешь, блин, по крышам. Это же тачка из Hot Wheels, ребята. Отлично, я ее угнал и везу на базу, к тому же она еще реактивная. Окей. Так, я тачку, в принципе, уже как бы привез. И как бы, да, друзья, это моя пятая машина уже. Так, садимся на базу. И поехали искать тачки дальше. Я уже 5 угнал. Я плейт нашел. Плейт? В смысле? О, я разложился. В смысле, ту самую Теслу ты нашел? Серьезно? Да, ты прав. Самая быстрая. Это самая быстрая Тесла у Димки. Сигра, какая тачка быстрее? Тесла Ростер или Плейт? Слушай, а какая быстрее, ты знаешь? Плейт быстрее, думаю. О, серьезно? Да. О, братишка, то, что я думаю, это чит?
Это о, да, братан, это чисто мы сегодня с тобой по старым читачкам, братан. Это же, как ее? Это же, получается, Ригера, братан. Ригера. Это чит будет... Ригера? Да. Это же у нас с тобой будет битва чит Ригера против АМГ, понимаешь? Мысли славно АМГ. Понимаю. Итак, это шестая тачка у меня уже. А, реально, Штерза, неплохо, да, неплохо. Итак, я пока еду дальше, друзья, и поехали-ка мы сейчас с тобой заедем куда? Где еще не был? В принципе, здесь уже все вроде как обыска... А, вот, это же я тоже видел, ребята. Это нужно забрать, да. Так, забираем тачечку, отличненько. О, что с ней? Это... О, а чё? Это магия! Это магия, это волшебная... А, это та самая тачка-хамелеон, друзья, которая переливается в цветах. Ага. Интересненько. Понимаю. Интересненько так. Ну, в принципе, окей, хорошо. Итак, это получается, у меня же уже 7 тачек, друзья. И ты уже, чуть-чуть, в последнюю везешь, или как, скажи, пожалуйста, мне? Тихо, да, я уже реально, восьмой везу, получается. Да, у Димки там уже тачки укомплектованы, а мне нужно найти еще одну где-то тачку. Я вот думаю, куда бы мне, ребята, еще заехать, где же я еще тачки не угонял, потому что здесь вроде как уже все объездил, и там я все объездил, ведь да, а здесь тоже я уже тачку угнал, а где не был еще? Ну, я даже не знаю, давайте мы, может быть, заедем вот в этот крайний дом, здесь я уже как бы катался рядом. Нашел что-нибудь, а? Время-то уже кончается. Пока, бро, еще не нашел, но, надеюсь, найду, потому что я... А, да-да-да-да-да-да-да-да! Вот эта тачка, вот это я сейчас, друзья, заберу. Нашел? Это ламба на огромных колесах. Ламба монстр трак, друзья. Отличненько. И теперь мы аккуратненько ползем в сторону нашей базы на обалденной ламбе. И у нас там, конечно, о, сколько здесь же жирных тачек, дорогие друзья. Просто тачки там. Эй, что делаешь, братан? Ты что, киркой добываешь мою золотую тачку? Смотри, я как жук, короче, наехал на Кёнигсек. И, его это закрыл, смотри, его не видно. Его не видно, я его скрыл под собой. Прикольно. Итак, давайте посмотрим, что сегодня мы с Димкой угнали. У меня есть, ребята, огромный монстр-трак. У меня здесь Ригера. У меня здесь, получается, ламба. Ой. Реактивная тачка Lexus Koenigsegg, получается, еще один. GTR, это с тобой, уйди отсюда. И, да не дави ты меня, я ну ухожу. Нафига ты меня давишь, блин. А у тебя, получается, здесь есть Aston Martin, ламба, Мерс, ламба, Бугатти, Гелик, BMW и, ребята, Тесла. В комментариях пишите, у кого тачки круче, у меня или же у Димки. А мы берем быстрые машины и поехали на первое испытание. Let's go. Давай, погнали. Итак, друзья, время для испытания под названием «Это у нас смертельные шашки». Это Мерседес АМГ против, получается, огромного монстра-трака ламбы. Ты что такое, что ты сделал? Ты стал прозрачным, невидимым? Ты что, невидимый? Нет. Димка, нет. Димка, невидимка, все, нормально, стал видимым. Нет. Иди сюда обратно. Ну ты чё? Вернись, мы с тобой не начали же с тобой, еще такое поехал. Я рядом с тобой стою. Да ладно, тебя сделал видимым, братишка, если что, ты уже уехал, да, если на видимой тачке. Да ладно, бро, твой ник как бы вижу, если что. Да, видимо, конечно. Давай, поехали. Готов? Один. Давай, да. Два. Три, гау, воу, нифига себе, ребята, ламба просто дикая. Мы стартуем, и аккуратно. Главное, ребята, не улететь. Главное не улететь, потому что тачка максимально неуправляемая в полетах, поэтому воу. Что по скорости? 400 скорости. Внимай, что нашел. Тормози. Нормально затормозил, что нашел. Что это? Вы. Чего, какие это еще я. Ракеты? Че за ракеты? Я. У тебя... А, ты поставил, типа, на та... Бро, молодец. Молодец, ты просто. Взорвал? Ты меня взорвал, понимаешь? Ой, простите. Я чиню тачку, иду дальше просто. Но я горю. Я горю! Никто не едет, нифига. Реально? А я горю, братишка. Я просто горю, ты понимаешь? Я просто, ребята, призрачный гонщик, понимаете? Ну что это такое? Главное, что не сама гонщик. Так, я чиню тачку по новой, ребята. Тачка дымится, тачка горит. Я ее, короче, чиню и еду, ребята, на финиш просто. Просто призрачный гонщик. Как, ребята, загорятся чек у меня? Что я врезался? Куда я залетел? На крышу. Чек говорит, ребята, я чиню тачку опять, чтобы не взорваться. Ну, конечно, куда я? Как здесь оказалось? Ну, что это, блин, такое? Я ну, не знаю, ты где там? Да я на крыше вообще где-то. Я печню тачку, ребята, здорово, и вот дальше. Пока-пока. Да пока-пока, блин. Ребята, давайте мы как-то Димку накажем за такие проказничества, потому там что... Там две Зенторна, кстати, одинаковых едут. Реально, прикольно. У меня да. горит ламба, если что, понимаешь? Поэтому, братан...
Братан. Финиш 400 с чем-то. Скорость была, ребята, в комментариях. Максималку ламбы пишите. Обалдеть, странно, я финишировал. Это что такое было? Вообще просто, ребята, какая-то гонка нереально крутая. Ну ладно, это было максимально интересненько, поэтому это балл за мной. Первый, идем на второе испытание. Let's go! Go-go. Поехали. Итак, друзья, время для второго испытания. Это испытание Drag Racing. И, ребята, в этом испытании мы стартуем с нуля, вот с этой точки. И финишем у нас является газончик в конце этой, друзья, прямой. Поэтому ставьте лайки. И мы с Димкой стартуем на счет 3. Готов? Да, давай. 1, 2, 3, гоу! Итак, это Bugatti Koenigsegg. Тоже быстрее догоняю, да? Догоняю? А в смысле? Догоняю. Догоняю, Koenigsegg догоняет. А как чего? Это? Чего? Я 350 ехал, чтобы ты понимал. 360 я ехал. А, пупеть, вот это сейчас был расклад неожиданный для меня. Думал, что Bugatti победит, честно говоря. Да, ребята, ладненько, мне нравится такой расклад. Бал за мной, идем дальше. Давай, поехали. Итак, друзья, время для нашего новенького испытания. Это испытание дерби, и это у меня Lexus, а у Димки это низкая Lambo Terza. Слушай, ну как бы я все понимаю, но у меня очень высокая тачка по сравнению с тобой. Может быть, я как-то ее могу прокачать, она будет ниже у меня. Да, хоть малеха будет пониже на штампах. Поехали, бро, две жизни есть, давай, let's погнали. Go! Так, он у меня, конечно, быстрый, все дела, но... Ну, да ну... Пока. Димон, молодец, Диман улетел, Диман вылетел. Ладно, раунд номер 3, бро, поехали. Давай, поехали. Окей, let's go. Так, ладно, ладно, ладно. На самом деле, конечно, я понимаю, но вот этого я, малеха, не понимаю, потому что... О, тихо. Так, главное не упасть, и главное не упасть, это не надо. Я поехал. Ого, как мне повезло сейчас. Просто, просто лайки, друзья, пока мне везет. Блин, упал. Я не вписался. Молодец. Ладно, ну считаем мы с тобой 1-1 по лажам, поэтому финальный, давай, друзья, раунд. Let's go, давай. Бум. Не отлетел от тебя, фига себе, чего, блин. Вот это был удар. Так, ну, Lexus, конечно, малеха меня удивил, да. Да, я думал, будет лучше. Ну, ладненько, как бы не страшненько, потому что, ребята, это 2-1, то есть балл Димке мы даем за это испытание. И поехали на новенькое, красиво крутое исполняю. И классное поехали. Испытание. Let's go. Итак, друзья, время для нашего новенького испытания. Это испытание по стрелухе. И у нас в этом испытании есть две крутые тачки, которые мы должны друг другу, друзья, взорвать, используя лишь разные пистолетики. Поэтому, друзья, прямо сейчас мы с Димкой стартуем на счет 3 и пытаемся взорвать тачку друг другу. 1, 2, 3, гоу! Поехали и... Ага. Ага, 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 хитропопа. Ну что, получил, люлей? Получил, да, получил? Получил? Ты слюнтяй. Сам ты слюнтяй. Ты, блин, слюнявчик. Иди сюда ко мне, ну. Да хана тебе, братишка. У меня чек горит уже, у тебя? Нет пока еще? Нет. Плохо, у меня горит чек. Так я тебя насаживал конкретно так. Да. И прятался. О, взорвемся вместе, бро, взорвемся вместе. Все, готовься. Ну, ты не взорвался? О, я выжил. О, реально, блин. Это да ну, что я второй. Да, да, ты выжил, получается. Подольше прожил, чем я. Камон, блин, ну да, это в итоге балл за Димка в этом испытании, на удивление моем. Ну, что поделать, ребята, все-таки это балл за Димка. И мы благополучненько идем на наше новенькое испытание. По let's go. Итак, друзья, время для испытания. Прыжок в длину. Это у нас два Мерседеса. Гелендваген и АМГшка. Вот такая вот Брабус у меня, друзья. Тачки крутые, и мы должны просто прыгнуть и улететь как можно дальше. Поэтому, давай, бро, пробуем. Давай, ты там поехали. Уже стартуешь, и я за 400? Тобой. Так, 600? Ну, 400 700? Есть, 500, 900? 600 с трудом. 1000? Реально, 1000? Ема, ема, не, у меня только братишка. А, пропала дорога у меня. Я перепрыгну.
Так, друзья, пробуем еще раз, разгоняемся. Давай, пока неплохо по скорости, но это, конечно, не твои там скорости совсем, но я полетел, и я лечу. И где же я, ребята, упаду? Видимо, на кубах. Даже не долетаю, Малеха. Да, чуть не долетаю. Потом бум, и упал здесь. А ты где упал, скажи, пожалуйста, мне в итоге, потому а что... А я офигеть, как далеко улетел. Где? О, на Рублевке почти, ну-ка. Еман упал, А, ты далеко, конечно, упал. Вау, что я прыгнул в этот момент, я улетел, понимаю. Но, друзья, прикол в том, что Димка-то вырывается по баллам вперед, и впереди у нас уже последнее испытание. Давайте как-то погнали сражаться с Димкой, да. Итак, друзья, время для последнего нашего испытания. Это испытание прыжок с горы Чилия, друзья. Спуск без тормозов, мы отпускаем, прыгаем на... Да подожди ты! Поехали. Мы, ребята, прыгаем на тачках и не используя газ и тормоз, мы должны улететь как можно дальше. Поэтому, Диман, да ты заколебал уже, честное слово. Ну едь ты без меня, да сам прыгаем. Там едь давай уже. Давай вот так вот, Давай, езжай. Я пока, ребята, сейчас аккуратненько так вот верну. Да что ж такое-то, дайте я вернусь обратно, спасибо, все. И, ребята, аккуратненько разгоняемся. И, ребята, прыгаем. У-ху! Я на читачке, поэтому я перелетаю очень много. Я лечу, выруливаю и бам. Друзья, в этом испытании мы не используем газ и тормоз совсем, лишь поворачиваем рулем, поэтому... А что за цепом у Плейда? Что с ним? Он как будто цепляется за дорогу. Серьезно? Когда колеса падает. А, ну, видимо... А что меня так пингует? Ты из-за тебя так пингует или что? Падаю. Да, потому что прямо... Тебя, да. А, понял. Ой, так, я наконец-то развернулся. Я прямо, ребята, жестко еду. Жестко, так аккуратненько еду. Слушай, ну тачка так по накату у меня более-менее. Поэтому есть надежда, есть все шансы, друзья. Поэтому, значит, мы так вот направо, да? И налево, резко налево. Ву, вырулил просто. Так, давай, отлично. Отлично. Въезжаем сюда и... Ого! Вот это я, ребята, сейчас вырулил и поехал просто на ура. Так, ну-ка, а давайте-ка мы еще поедем дальше. Слушай, тачка так-то более чем офигенная для этого испытания, поэтому я как бы еще вниз. А, все, я встал, получается, окей. Так, прыгаем в тачку к Димке прямо сейчас, где ты, а ты у нас вот здесь, и как бы, видимо... Твоя парковочка, ну, да? Доедет, да, но... ясненько. Здесь бал мой, да, хорошо, друзья. Правильно. Ставьте лайки, собираем 4000 лайков. Выходит новенькая серия по этому классному шоу. Всем удачки и всем пока! Пока, ребят!